Всем привет, друзья! Сегодня, значит, у нас будет такой обзорчик небольшой World of Tanks. Ссылочка на регистрацию и скачивание игры будет под видео на канале. Игра уже такая, скажем так, старенькая, но народ играет в онлайне, долбится полным ходом на данных аппаратах. Как бы игра вообще простенькая, но хорошенькая, скажем так. Для тех, кто еще не играл, советую поиграть. Игра бесплатная, скачивается. Значит, как обычно, есть, конечно, тут и платный контент. То есть можно что-то где-то за деньги покупать, прокачивать. Ну, в принципе, можно и бесплатно. Все остальное тут делать. Ветви развития. Страны. Посмотрим тут. По-быстрому прощелкаем. Обычно вот качается. У меня так. Россия. Германия, Америка. Франция, что ли, да? Вот. Ну, короче, прокачивать тут можно до бесконечности качаться. То есть это у меня вот уже последний тут танк по уровню, по десятому, да? Вот так, то есть вот ветки развития различные там. И СУ, и Т-шки. Все, что хочешь, короче. Так. Казарма, это все танкисты. Танкистов также можно тоже прокачивать. Можно создавать взвода, играть с друзьями. В совместной игре, скажем так, да. То есть вот можно показать тут танкисты. Как тут личное дело, где-то можно посмотреть. Вот навык какой-то танкиста тут у нас нарисовался. Сейчас мы ему что-нибудь вылупим. Ускорит ремонт повреждения. Так, давай. Первым делом ремонт, конечно. Все, пусть ремонтируют. Документы. Блин, тут даже можно документы подобрать. И хотите. Обучение с одного уровня танков на другой. Можете пересаживать экипажи. Дополнительно тут всякие фигушки. Ну ладно, давайте прокатимся. Еще раз повторяю, что ссылочка, заходите по ссылочке. Ссылочка будет под видео на канале. Регистрируйтесь, скачивайте. И в бой, как обычно, что я могу сказать. Поедем, давайте на 44-очке. То есть вариантов танков тут, видите, куча. Есть, конечно, вот и платные премиум. Также могут их за определенные задания. Задания. Где-то еще должны быть тут, ребята, задания. А, вот они, боевые задачи. То есть проходите. Тут могут вам и премиум аккаунт давать. И можете в итоге и выиграть там танк, все, что хотите. То есть, как бы. Вот, видите, куча всяких различных заданий. Заданий, компаний. Все эти. Можете открыть, вот видите, что-то. Какие-то скидки или что-то такое. Скидки по акции. То есть на что-то там идут. То есть можете выиграть тут все, что хотите. Я выиграл тут не один танк, скажем так, этими заданиями. Также можете, конечно, у кого есть деньги, можете покупать эти танки. Премиумные. Ну, у кого нет денег,
качайтесь, выполняйте задания, и все будет отличненько. Премиум повышает уровень после боя, там вот это все игровые денежки. То есть тут все легко и просто. Зашли по ссылке, зарегистрировались, скачали. Ну, погнали. Потому что как понравится, не понравится. Кому как, скажем так, на любителя. Ну, народ сидит, играет, значит, нормальная штука. Ладно, погодим на 44-ке. Вот я в этих танках уже давно. Периодически захожу, колбашу. Скажем так. Иной раз, чтобы от всего отвлечься, иногда можно сесть и пострелять, тут слегонца поездить. Так что, ребята, кто не играл, конечно, вообще однозначно советую зайти, зарегистрироваться, скачать. Танки вообще сейчас обновили, все еще тут. О, погнали. Упс. Так. Карта, куда же нам поехать? Давайте куда-нибудь поедем. Я пока рассказывал, смотрел тут. Пропустил, что за карта. А, погнали сюда. Все приехали сюда, им поедем тоже сюда. Конечно, сейчас тут и пакет HD, тут все делали вообще стало. Так что желающих немножко погадить на танках, все здесь есть. Скажем, вот танки, например, тут обалденные. Самолетики вообще не понравились. От Wargaming, и корабли хорошие тоже, ссылочку можете найти у меня на канале. Вот сейчас разберут, наверное, меня тут. Бегом, бегом, бегом. Срочно поехали. Давай, дружок. Опаньки. Вот мы забрались тут слегонца. Ах ты зараза, сейчас вот я ставим банан. На-ка, дружок, сейчас тебя тут парни-то подразберут тебя по-быстрому. Да что ты будешь делать, не пробил. Давайте двоечкой зарядимся, троечкой. Сейчас они у парня быстро разберут, разваляют. Да е-мое, давай пошли его гасить. Меня-то, конечно, да, он тут всадил от души. Дайте я проскочу сейчас тут вперед на него. Игорь, ах ты зараза. Есть попадание. Все, видите. Почти. Ха-ха, разобрали, ё-моё. Все, давайте быстро, надо убегать, пока нас тут не ушатали до конца. Ой-ой-ой, там народу сколько. Сейчас мы куда-нибудь удерем. Блин, даже некогда времени на карту посмотреть. Так, куда-то я забрался, а куда забрался, ё-моё. Кому мы тут банан воткнули? Опа! Вот, ребята, и воткнул банан, короче. Ну ничего, как бы, все отличненько. Вот и повоевали. Можно тут. Давайте уже тогда обзорное видео сейчас составлю, как тут народ колбасит еще до конца боя.
Посмотрим танки. Это у нас из седьмой. Бабах. Вот так вот он может. О. У нас гриль. Немец. Сейчас он шандарахнет. Высматривает. Повисает. Куда ты поехал? Куда поехал? Опа. Так, это у нас объект 704. Вот тоже машинка хорошая. Стоит, курит бамбук. Ну что ты, парень, не стреляешь? Пошел покурить. Так, как даст нам экран? Ребята, вообще обалденная. Не играл, так я вообще однозначно советую покататься. Также от этой же фирмы, производителей данной игры, есть еще самолетики. На самолетике, я не знаю, мне не понравилось. Еще раз повторюсь. Морской бой. Вообще обалденный. Тоже только вот это сейчас сделали. Морской бой. Вообще отличная штука. Там еще как бы все в доработке идет. То есть и корабли. Я думаю, что еще подводные лодки будут. Все это все еще в процессе. Тоже корабли советую однозначно. Вот. А танки, естественно, можете ссылочку тут на эти танковые баталии. Ссылочка будет под видео на канале. Заходите, проходите по ссылочке, регистрируйтесь. Там же сразу в верхнем правом углу будет создать аккаунт. Создаете аккаунт. Ох ты, блин, разобрали. Давайте уж добивайте. А мы их сейчас тоже тут погибнем геройски, походу. О, сейчас тебя вставят. Вот. Заходите справа сразу на сайт. Будет ссылочка. О, хочет добить нашего парня. Смотрите, как он за ним. Ох, спрятался балачага. Давай-ка. Выскочи. Главное ему тут выскочить удачно. Сейчас его тут быстро разберут, потом. Вот, третий подъем. Ну все, конец. На-ка, получи-ка. Вот. Заходите по ссылочке. Ссылочка под видео на канале. О, мы, ребят, победили. Так что вот. Вот нам что тут дали. Даже какой-то значок классности третьей степени. Все отлично. Победа. То есть вот денежки, опыт. Все прикольно, все нормально. Так что, ребята, ссылочка будет под видео на канале. Нажимаете на ссылочку, попадаете на сайт, где можно зарегистрироваться будет там в верхнем правом углу. Создать аккаунт, создаете аккаунт, скачиваете игру, устанавливаете. Обновления все закачиваются и все, дается вам первый танчик там. От каждой, по-моему, от каждой страны. То есть по танчику. По одному и поехали качаться. Так что всем, ребята, спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока-пока.